Вы знаете, я действительно считаю, что можно одеваться и выглядеть хорошо, не имея при этом большие деньги. Мой личный совет – вкладываться в прическу и в обувь. Если у вас красивые волосы, красивая ухоженная стрижка, ухоженное лицо и современная качественная обувь, то, в принципе, вы уже выглядите очень хорошо. Я также уверена, что человек, который обладает вкусом, может одеться в любом магазине абсолютно, и в бюджетном, и не в бюджетном. Мы в модном приговоре очень много раз это доказывали, и прямо показывали два лука, как это делают многие журналы, собственно говоря. Один лук за 100 тысяч, второй лук за 10 тысяч. Или один лук за 10 тысяч, второй лук за 3 тысячи рублей. То есть, в принципе, если есть вкус, можно одеться хорошо и в секонд-хенде. Но это, опять же, вопрос вкуса и вопрос того, насколько человек хорошо себя знает и насколько хорошо знает, что ему идет. Ребят, если скучно...